Вот это мой кот был замечательный. Мелкий еще совсем. Башебузук. Так. Все, вроде готовы мы. Ну что ты? Что ты? Что ты? Иди. Иди поваляйся где-нибудь. Засранец мелкий. Привет, Элос. Так. Сейчас немножко подсоберемся и начнем. Собрал я пока вот такую вот стартовую колоду, грубо говоря. Ну и заодно еще должен, по идее, скоро легендарный сундук упасть. Побед я уже набил достаточно. Так что должна, по идее, легендарочка упасть нам. Ну и откроем ее тогда. Вот пока у меня получилось вот так вот. И Остра, Огрок, Грейс, Харон. Харону, в принципе... Блин, чуть-чуть осталось. Вот чуть-чуть не хватает его до 16-го догнать, чтобы и кинотал был 144, и 3 руны размещал. Вот чуть-чуть не хватает. Получается 675, 15-й это у нас 400 карт, а 16-й 500 карт. То бишь 400 я ему могу дать, будет он по 80 бить. И вот надо, получается, следующий уровень, блин. Там кинотап увеличится, здоровье увеличится на 8, и третья руна добавится. Не-не-не, это у меня там был вырублен, я записывал, когда отрубил его тогда. Вот, ну, соответственно, Шершах, Аматерасу, Йорик и Стрик. Вот так вот пока получилось. Ну, пока давайте так и начнем потихонечку вползать в игру. Ну, а дальше посмотрим, как пойдет. Думаю, я насчет все-таки Чубы еще, потому что порядка довольно сейчас много встречается, и Чуба бы на самом деле абсолютно бы не помешал. Йорика я маленько подкачал. 91 у него теперь атака начальная. Угу, понятно. Так, это второй у нас ход. Давайте тогда, наверное, вот так вот поставим, чтобы она нас не била ничем. Ну, я так понимаю, это порядок будет, да? Раз Ал, раз и Остро. Кто бы удивлялся, собственно говоря. Ну, да. Ну, конечно. Кидаем тогда немоту. И вот ее, по идее, вот сюда надо ставить. Хреново, что не добиваем. Очень хреново. Получается, нас убивает он. Но сейчас он не может как бы этих поставить. Ну и, конечно, он ударит. Нет, смотрите-ка. Не ударил он по этому ряду. Так. Давайте вот так вот, наверное, поставим. Здоровье дали, соответственно, это в одно лицо ее не сольет. Уже приятно. Легион. Понятно, сейчас здоровишко надает. Два, три. Блин, ну надо сейчас его ставить. Чуть-чуть мы его не добиваем, засранца, блин. Ну, хотя бы эти в нулях. Он, конечно, сейчас еще одного поставит. Но мы сейчас можем уже Стрика выставить. Неплохо. Раз, два. Убивает. Блядь. Ой, блин. Сегодня утром на 14-ю лигу перешел. Не показатель, конечно, но за 80 дней. Да, отличный результат. Почему? Нормальный абсолютно результат. При нынешнем балансе лиги вообще пролетаются просто на ура. При нынешнем балансе можно, ну, с легкостью достичь там определенных каких-то уровней, которых тебе надо. Блин, может там Харон наследовал? Макс! Блин, сейчас, секунду. Задолбал меня этот кот безумно. Максим, иди сюда. Ну что ты? Иди.
Что тебе спокойно не сидится-то? Так. Это что вообще такое? 15-12. А, это опять этот фриковый чел с этим. С прокачанной Грейс. Ну, я понял. Я понял. Это вот этот Сис. Не совсем понимаю. То ли он не играет, просто бота его постоянно, ну, подкидывают. Как-то не совсем я понимаю эту фишку. Так, немоту он кинул. Ну, что, можно его Грейс атаку порезать. Потому что у него там все на Грейс, в принципе, и завязано. Единственное. Вот он как раз выпустил своего этого. Да блин, ну Максим! Понятно, что мы его здесь одолеем. Но вообще странный, честно говоря. Просто чувак очень странный. Вроде у него и прокачка абсолютно нормальная. Камни нормально прокачаны. Там то все пятое и десятое. Но вот он какой-то реально странный. Слушай, иди, на балкон. Слушай, ты мне вот не дашь нормально, да? Максим, иди сюда. Иди сюда, я сказал. Ну? Ну давай активнее, давай. Иди. Какие-то у него метания там начались. Нездоровые. Извиняюсь. Что-то ему там покоя все не дает. Сейчас еще одну игру сыграем, и надо подумать. Да. Так, здесь уже интереснее, да? Ты откуда вообще такой выполз, блядь? Сколько у него там блок-то получается? 502 наносит, невосприимчивость. Мне кажется, у него там уже 63-25, дракон. Ну блин, ну вот сейчас его ее надо ставить по-любому просто. Некуда мне здесь сейчас деваться. Крокодил. Эостра. Ну будем пробовать, а куда деваться-то? Блин, ну еще и вот так. Ага. Блин, ну вот желательно, чтобы он в другой какой-то ряд, конечно, ударил. Потому что если он мне сейчас еще и Грейс замочит, ну я его убью, конечно. Ну, Грифис у него вообще хорош. Так, давайте вот так вот тогда сделаем. Посмотрим, что из этого получится.
Пока что партия интересная, конечно. Так, Грейс он убивает, окей. Ага. Ой, блин. Наверное, даже вот так вот лучше поставить будет. Да. Убиваем. Ну, блин. Было интересно. Да, скорее всего. Ну нет, мои-то в этом плане спокойные насчет туалета. Но если хотят, идут просто, и все. У них нет вот этого предтуалетного гона. Просто что-то ему сейчас поиграть захотелось, именно вот сейчас попрыгать, побегать. Так, ребятушки, жду предложения ваших колод. Пока что движемся так. Если у кого-то что-то есть, но по мере сил будем там что-то подменять, чтобы колода все-таки соответствовала, конечно, седьмой лиге. Потому что иначе сложновато уже здесь играть, уже не прокатывает. Так что любую колоду собрал и будешь выигрывать. К сожалению. Это она на руне стоит, да? Нет? Тогда пока так. Пока что так тогда. Грифиус. Блин, вот надо же было именно вот сюда попасть, а? В принципе, пока можно и так попробовать. Пока можно и так попробовать. Крыса. Так, крыса у нас на руне, не на руне, на руне крыса стоит. В принципе, можно тогда вот так вот сделать. Попытаться. Блин. Хреново, украл все-таки атаки. Проиграли мы в итоге. Надо было, конечно, кидать немоту. Это я что-то подзажался. Два, да. Это я что-то подзажался, как идиот, блин. Вот что, блин, немоту сейчас было не кинуть? Ну, надо было спокойно кинуть немоту и не париться, блин. Так, привет, привет. Да немного снимаю, буквально там минут 10-15. Да, 15 минут. Два раза осталось победить, чтобы перейти на девятую лигу. И на тебе чел перекач для центра восьмой лиги. Меня скинул на середину. Бывает такое. Привет, Витория. Ну, сейчас единственное, что Титанию по-любому надо будет менять. Дарк, Фрост, Супер Мэри. Ну, короче, это стандартная колода, в принципе, порядка. Просто суть в том. Ну, ладно, сейчас соберем. Это надо по Джимми будет делать. Под Огра все-таки порядок не очень идет. С другой стороны, без Легиона. Давайте так попробуем. Следующим ходом мы можем немоту кинуть, в принципе, и поставить Аматерасу. Ну да, нормально будет. Единственное, сейчас, конечно, урон получаем. Не кисло так. Не кисло мы урона получаем. 160 на 90 ему надо. Раз, два, блин. Вот опять же, вот, блядь, почему я все время херово считаю, блядь? Ну вот что стоит, блядь, поставить Аматерасу вот туда, нахуй? Ладно. Сейчас вольюсь в игру. Я пока, блин, накосячил уже две партии, просто сам по себе всрал, блядь. Так, что там? Джимми. Джимми.
Так, Ангелия, Госта. Что там еще? Привет, Нацу. Спасибо большое. Так, Ангелия, Госта есть. Титания, так, Грейс и Остра. Железное дело, Фрост, Супер Мэри. Так, порядок, ближники. Железное дело, Фрост, Супер Мэри. Так, Грейс там нет, насколько я помню. Вообще странно, честно говоря. Странно, если честно говорить, порядок. Ну, Фрост, понятно. Следующий, смотри, Алексей, если ты играешь именно этим, ну, будешь играть порядком, то можешь смело брать Джимми, в принципе. Если у тебя, ну, душа лежит к более разнообразным сборкам, то тогда я бы советовал Огра взять. Здесь уже на твое усмотрение, скажем так. Так, я бы, честно говоря, все-таки оставил бы вместо этой, блин. Вместо Титании. Ну, просто Титания у меня, ну, совсем ни о чем. Ну, блин. Ну, даже если я дам эти 7 здоровья и 105 на 39, но она даже одного хода не простоит. По идее, конечно, можно было бы вкачать Джакси, но тоже 53-85. Единственное, что доп. Атака, блок 10 за каждого героя вокруг себя, уклонение. Так, а мне, по-моему, не хватит здесь, да? Сейчас Джакси вкачаем, если что, ее просто возьмем. 9... Так, на 10 хватает. Так, а на 11 у меня есть карточки? Сейчас посмотрим. Эпик. Да-да, в принципе, хватает. Сейчас мы еще удешевление включим. Хорошему, конечно, нужно бонусы гильдии брать. Ну, если уж вообще так. Блин. Не туда пошел. Так, возьмем здесь на один день. Здесь тоже надо было сразу взять. Так, здесь на один день возьмем. И нужен мне порядок, да? Что у нас там? Плюс 7. Ну, давайте возьмем плюс 7. Плюс 10. Блок, да, смысл блока не вижу. Также, кто я там активно у меня? Хаос. Ну, вот и хаоса дадим. Вот так вот. И будем уже тогда пробовать сейчас. Также сегодня в планах пройти башню. Ну, двух боссов этих. Так, где там она, где там она? В принципе, бонусы взяли. Так. Угу. Эпическая версия мне нужна. Мадемуазельки. Эволюция. 195. Пускай будет. Так, все. 95 на 60. Ее тогда поставим просто вместо этой. Вместо легиона. В принципе, уклонение есть. Но единственное, что да, конечно, она так здоровье не набирает. Но блок она получит. Уклонение имеет. Доп. Атака. Посмотрим. Ну, конечно, вообще. Блин, или легиона взять. Жанна тут. По большому счету, блин, ну вот. Ему не нужна Жанна. Опять же. Ладно, давайте попробуем сначала с Легионом, потом, если что, с Жанной. Просто, ну, реально не понимаю, зачем ему Жанна. Так и здравствуйте, да, здравствуйте. Привет, Александр. Угу. Ну, давайте попробуем. Кстати, ни разу ей не подкинул здоровье на бедность. Вот ни разу. Блок 84 у нее в итоге. Блять. Не, ну это не отменяет того, что мы можем как бы поставить легиона, конечно. Он ее убивает. Сейчас мы можем выпустить стриков, выпустить Ангелию.
Блять, понятно. Я понял. Ну, мне все равно тут не хватит. Он кинет немоту. Да он и так ее кинет с другой стороны. Ну да, сейчас он уже обязан был кидать просто немоту. Ну и все. И все, да. Ну извините, блин. Ты откуда такой вот, блядь, вот откуда они берутся сейчас вообще здесь? Я не понимаю, вот откуда он берет, вот, блядь, ну 16 еще, ладно, уровень. Здесь тоже она еще второй раз не пробует, третий раз не пробуждена. Но вот этот ты откуда выковырял, блядь, с тремя пробуждениями Лапенку, блядь, а так у него... Сейчас посмотрим, что у него там. Но все остальное, в принципе, более-менее. Вот сейчас опять же, я в жизни не поверю, что они берут реальные аккаунты. Частично. Потому что очень интересные попадаются сейчас аккаунты реально. То есть, один-два героя прокачаны на фул, при этом остальные герои, ну, такое себе, вообще средненькая говнишка, блядь. Здорово. Тайлин? Тайлин, ну такое себе Тайлин. Ну не знаю, не вижу я пока Тайлин. Мне ее, конечно, нужно прокачать, Тайлин эту. И посмотреть, что она из себя вообще будет представлять. Так, ну началось. Угу. А, это опять что ли? Вот опять непонятный аккаунт, я так понимаю. Ну блин, вот... Реально не понимаю, короче, я. Реально не понимаю, откуда они такие аккаунты берут. Ну, это победа, понятно, но, блин, просто не могу понять, откуда это. Вот, ну, у него реально хорошо прокачаны варлорды, это видно. 145 общая мощь. Зачем вот это? Не, ну, как бы я понимаю, что может быть это действительно делается там, чтобы легче было в лигу залезать другим. Может быть даже стоит такой, ну, скажем так, флешмоб запустить. Что типа, давайте помогать друг другу как-то там. Хэштег, блин, поможем, блин. Не знаю. Поможем с лигой как-то так, блин, какой-нибудь хэштег, блин. Привет, привет. Так, ну вот что здесь? Ну давайте так. Начнем опять же. Угу. Красавчик вообще, конечно, на 380 здоровья. Три пробуждения, да, три пробуждения, 14 уровень. Ничего с тобой делать-то, мутант перекормыш, блин. Видел у медведя догонялки, и в одном бою ему поставили героя, которого у соперника не было в сборке. Заходит проверять сборку, а такого героя там нет. Хм. Ну, я уже говорю, я уже ничему на самом деле не удивляюсь, поэтому как бы... Так вот реально, я вот не хочу пока ставить... Да, вот пусть он немоту поставит, окей. Немота стоит, сейчас рунки выпустим. Не убил, не убил. Блин, ну вот как тут лучше пока. Или Грейс пока поставить.
Блять. Ну хорошо, хоть Грейса не убил, да? А мне ее чем убивать? Ну, блин, я, конечно, вот в жизни не поверю, что я туда попаду, блин. На. Ха-ха, не убил. Не убил, охренеть. Ну ладно. Она набрала уже, так что победа. Забавно, конечно. Ну тут, блин, одна пруха, короче, в этой партии была. Так. Давайте еще одну игру так и поставим Жанну. Так, Инкридис. Какие герои вывиньте в марте? Получается, у нас... В марте пока не выкатывали сборки героев, так что вот, честно говоря, пока сказать просто не могу. Пока что сказать не могу. Тоже вот Ангелии чуть-чуть не хватает. Вот как раз вот этих 18, грубо говоря. На один день. 47. А, ну понятно, блин. Понятно. Ну, сейчас ее отдать. Ну, вот тоже Фав. Встречал я его. Так, у него получается из перекачанных это, ну, фактически это Фрост. Ну, точнее, да нет, она не перекачанная. Крыса вот у него, да. Крыса и вот этот хер. Так, а мы что, живы, что ли, еще? Мы еще живы. Но убили, хватило. Повезло. Ну вот, я говорю, вот в эту сборку по-любому нужен, но вот желателен легион. Притом легион нормально прокачанный. Жанна это все-таки, ну, защитный инструмент. Я так понимаю, там было в плане того, что... Так, Бастет сразу откидываем. Грек, у меня Бастет очень слабая. Она не тянет седьмую лигу, к сожалению. Огрок Вилана, Грейс... Александрия Шаамуна. Ну, можно, но Бастет надо поменять по-любому. Просто по поводу вот этой пачки. Так, где она там? А, вот. Ангелия, Госта, Титания, Грейс и Остра, Железная Дева. Ну, я так понимаю, что это типа, ну, одни девчонки. В плане того, что, ну, блин, сейчас из-за одной и Остры уже, ну, не стоит оно того. Одних девчонок-то собирать. Мужик перед тем, как сдохнуть, тоже может принести очень много пользы. Так-то сборка, кстати, нормальная. Вот это. Ну, это и порядок, опять же, куда здесь деваться. Ну, вот можно еще и даже 13 атаки дать. Будет у нее 113 на 86. Максималка 19-770 у меня. Вот, так... Давайте еще одну игру на этой сгоняем и соберем следующую. Угу. Давайте так начнем. По-хорошему, конечно, ну, надо список выкатывать героев, которые... Вот, да, а Бастет... Шестую? Да, конечно, потянет Игорь, что там мимо. Бастет как выйдет, они от смеха просто как усрутся, блядь. Блин, вот ты красавчик, блядь. И она сейчас два раза проатакует, блядь. Ну-ка, ради интереса. Ну, нормально прошло. Нормально прошло, называется. Но пришлось Легиона отдавать сейчас. А это уже огромный косяк. Это уже огромный косяк. О,
май. Ну, здесь не хватит, конечно. И мы, главное, никого не убиваем. Вот что самое отвратительное. А это третий ход. Соответственно, сейчас он немоту кидает. Сейчас он кинет немоту. И плюс то, что у него эта клетка занята, он сюда спокойно может кого угодно ставить. Вот в чем проблема. А, ну тут еще и Грейс. Блин. И вот выкосило всех троих, блядь. Так, он мне дает ближникам 7%. Да, маловато, конечно. Блин, ну здесь очень маленький шанс. Ну, блин, ну да твою мать. Ну все, все, убил. Красавчик. Чуть-чуть вот эту одну шлюпку не добили, блин. Ну и легиону пришлось рано выставлять, к сожалению. Не, монах не нужен. Монах абсолютно не нужен. Так, давайте следующую попробуем тогда. Эту сохраним, я ее потом в телегу кину. Так, это тоже сохраняю. Сохраняю, сказал. Так. Кощей. Сейчас подумаем. В принципе, я бы оставил, честно говоря, Харона вместо Бастет просто. Так, кто там еще? Так. Кощей, Санта, Огрок, Вилана, Грейс, Александрия, Шаамуна. Угу. То есть мы оставляем, получается, Грейс и Огрока. Грейс и Огрока мы оставляем. Так, сейчас посмотрим там. Схрена ли это я грешник? Лапен. Ну, потому что такая сборка была. Почему я... Я же меняю только то, что реально не дотягивает. Поэтому как бы я вместо ближника поставил ближника. Ребят, я не меняю прямо вот так, чтобы... Я смотрю просто, если кто-то реально вот из этой сборки, например, у меня не дотягивает, я, да, предупреждаю, что я его поменяю. Так, тут между тем у нас Кощей идет. Кощей... Ну вот мой Кощей. Тоже, конечно, ни разу он не топовый. Так. Он у меня, да, он у меня даже на 11-м не пробужден. То есть на 11-м он будет 75 давать. Так, а у меня есть его эпик-версия вообще? Кощей это должна быть. Так, это же у нас Кощей, да? 136. Ну, давайте эволюционируем, да, дадим ему все-таки наконец уже этот 11 уровень. Пусть по 75 минус дает. Так хотя бы немножко будет получше. Так, Кощей взят. Угу. Так, Кощей, Санта, Огрок, Вилана. Так, Огрок, понятно. Сейчас возьмем его. А, Огрок есть, Санта и так еще Вилана. Вилану тоже, кстати, да. Он у меня, по-моему, второй раз не пробужден. Ну да. Ну здесь здоровье увеличится. У меня сейчас 14. Ну пробуждать его 300 карточек. Ну 6 я ему дам, получается. Главное, следующее будет пробуждение. Ладно, берем такого. Вилана, Санта. Санта. Да вроде нет. Вроде сейчас стараюсь. Наоборот, не материться. Ну, корона мне осталась. Я говорю, один уровень мне осталось корона, чтобы три руны ему дать. И 144. Этого будет достаточно. Дальше я его гнать даже, в принципе, пока не собираюсь. Буду копить карты потихонечку и все. Выше он мне не нужен. Так, Грейс. Блин, Александрия. И Шаамуна, да? Хаос ближники, Шаамуна.
Что там ей дают? Атаку. Давайте атаку дадим. Рамуна. Так, Александрия, это, конечно, тоже прискорбно. То, что чистит здорово. То, что чистит здорово, но... Ну, с другой стороны, почему нет? Александрия, и вместо Бастет кого-то надо взять, да? Угу. Так, так, так. Вместо Бастет. У нас есть Кощей. У нас есть Шамун, у нас есть Огрок. Да, давайте Харона все-таки поставим. Так, секунду, я ему не дал питомца. Сейчас питомца дам и попробуем. Три игры отыграем, посмотрим, как пойдет. Так, открываем сундук заодно. Ну, двойная, уже приятно. Поехали. Угу. Болтс. Топ 20 героев по мощи. И будем собирать сборки. Да, ничего страшного. Ну, сейчас, блять. Ну вот. Вот как? Вот это как, блять? Ну, блин, Ну, придется его сейчас ставить. Ну, хорошо, что сюда двойная атака зашла. Но это как вообще, вот, блядь? Грейс из Рокфлита, блин. Не понял. Откуда столько атаки-то взялось, блядь? Волк, сколько волк у него дает? Ну, 29 на один ход. Это что за дичь-то, блядь? Блин, ну если она сейчас сюда кристалл еще поставит, нет, ну хотя бы так. Ладно, этого пня мы убьем сейчас. Наверное. Если какой-нибудь заморозки еще не придет, моментальный. Лапен, ладно, Лапен не страшный. Ну, он даже не убил никого, нормально. Тогда кидаем немоту. Кидаем немоту. Так, а что у него с немотой вообще? Угу. Да, в принципе, ничего страшного. Блин. Нормально. Мадемуазель, если что, мы разберемся. Ну да, здесь отдадим просто этот. Отдадим Санту или не Санту? Да не, наверное, здесь Санту лучше будет отдать. Чтобы не хилился он. За убийство? Ну окей, он дает за убийство. Ну сколько он ему дал? За 33, 53. Так он что, по максимуму ему дал? За две этих штуки, что ли, блин? Так. Ну, в принципе, здесь мы должны его, конечно, побеждать уже. Но иначе странно как-то будет, да? Наверное. 20 тысяч сборка, но, блядь, дикий какой-то разброс героев. Так, поставим сюда, чтобы она, если что, руну все-таки туда ставила. Не, насчет материться, все-таки, мне кажется, не правы вы. Я, ну, уже реально стараюсь. Да не, я мотанул. А, он четверых убил? Ну, тогда, ну, все равно, получается, по максимуму дало, да? Ну, вот, собственно, свойство Вилана, блин. Но надо его пробуждать, конечно, на 16-м. Когда он атаку вот конкретно уже будет воровать, вот это будет настоящий Вилана. Ну, убил, красавчик. Здесь, наверное, проще ход будет пропустить, блин. Да это не ошибка была, просто так карты легли, братан. Так,
Синий, конечно же, сундук. Я бы не отказался, на самом деле, чтобы легендарный лучше в пустую ячейку зашел. И мне не пришлось тратить изюм. Потому что близится тот момент, когда по всем статистикам должен выпасть легендарный сундук. Так. Да там не то, что даже, блин, просто я что-то сначала, мне казалось, что больно много как-то он получается атаки-то дает. Здесь вот пятнашка 32, ну, все равно этого хватает, да? Так, вот здесь что лучше? Так, 124, у меня будет атака получается 115, 118 что ли, если я не ошибаюсь. Здесь мы не украдем, ну тогда проще так будет сыграть. Тогда будет, наверное, проще так сыграть. Александрия, вообще, я говорю, не смотрите. Александрия очень слабая. Просто, ну, мега слабая. Так, ну вот сейчас Кощей отдавать. Ну да, наверное, блин, 75-75. А он ему сейчас все равно даст, да. Ну, сейчас немоту кинем. Сейчас кинем немоту. Если он, конечно, сейчас легион прям туда не поставит. Это будет совсем прискорбно. Но не томи. Чудище, блин. А, вот сюда легиона. Ну, может, и не самый худший вариант, на самом деле, еще. Раз, два, три. Блин, четыре. Вот, блядь, это четыре было, на самом деле, лишнее, блядь. Абсолютно, нахуй. Блять, и он все равно, сука, продолжит морозить, блять. Ну, блять, ну. Он все равно сейчас меня заморозит, блядь. Да, и он и так меня тут убивает. Угу. В прошлый раз, ну, там это другая абсолютно сборка была. Майки лучше, да? Ну, надо, блин, майку эту, распиздяйку одевать, да? Привет, Дим. Да, херней занимаемся, господи. С бабочкой еще, ну да. Так. Продолжаем. Третья игра, насколько я помню, да, пошла это, по-моему? Да, третья игра. Первую мы выиграли с Вилана, вторую просрали благополучно. Сейчас третья. Угу. Вообще великолепно. По 78 он бьет. Блока мы получаем 29. То есть он мне проносит на 50... Ой, на 49. Ой, нет, он меня вообще выносит, блядь. Просто нахуй. Блядь. Ни одного летуна нету, блядь, даже. Я вот из-за чего Гриффиуса, собственно, и беру, блядь. Блядь, вот как мне это чудо сносить, блядь, в перьях, нахуй? Раз, два, три. Пиздец. Блять, его надо однозначно убивать. Ну, вот единственное, что хорошо, что поставил здесь, но... Блять. Прошу прощения. Если что. Ну, проиграли. Или не проиграли еще? Блин, ну сюда Вилана поставить, что ли? Чтобы этого слить. Ну, придется, да, очевидно. Потому что еще я столько не переживу. Так вот похилимся все-таки. Да ко мне бы дожить. И было бы нормально. Кощей, ну, нормально. Так. Здесь уже на самом деле плевать на Шаамуну. На Шаамуну плевать.
Конечно же, дьявол тут же опять. Блять. Ой, блин. Привет, Чирик. Ребята, спасибо большое вам за то, что смотрите. Лайки — дело абсолютно побочное. Блин, вот... Слышите, парни, вы меня пугаете, блин. Один тут мне предлагал на раздевание играть, второй, блин, в семейниках. Народ, завязывайте. Завязывайте, давайте. У нас тут клуб по интересам, блин. Блин, я уже медленно начинаю на самом деле что-то ненавидеть как-то дьяволов-то, блин. Так, мы тридцатник нанесем. Здесь 25. В принципе, мы его убьем, если... Так, а это улучшение призыва. Не то. Ну, тогда давайте лучше так. Тогда давайте лучше так. Герой с неисприимчивостью, да, есть такая ерунда. Там, короче, фишка в чем? Так. Давай ты камешек сюда поставишь. Вот, отлично. Можно было, конечно, сейчас и анимату кинуть. Пройти Тони. Братан, это же наш старый знакомый пройти Тони. Это же наш старый знакомый. Блин, да вот откуда ты их выковыриваешь, блин? Таких чудовищ-то, блин. Кстати, здесь мы... Да нет, мы ее здесь не убиваем. Мы ее здесь не убиваем. Ну, немножко закрепили. Сейчас он камни должен по-хорошему поставить, наверное. Либо ближненько, потому что... А, он тоже шаману ставит. Окей. 123. В принципе, можно его за наш шамун, конечно, спрятать. Угу. У него сколько блока? Она его, по-моему, за раз-то не убьет. 58 блока. Нет, за раз не убьет. Давайте рискнем. Блин. Двести девяносто один. Ага, твою ж мать. Так, 116 там. Блин, чуть-чуть не добили. 116. Ну, Санта жив пока. Так, бля. Вот засранец, а. Вот засранец-то, блин. 62, 72. 56. Блин, придется так. Камни ставит. Окей. Окей. Угу. Хреново, конечно. Очень хреново. Так. Ну тогда вот так надо играть, блин. Все, здесь слили. У него двойная атака, но он нас два раза, по идее, похилит тогда. Ну, что я могу сказать? Так, у нее двойная. Ну, здесь можно похиляться просто так, таким макаром. Блин.
Собака бешеная, ты вот даже здесь это сделал, блядь. Ну ладно, хоть немножко здоровья мы все-таки наберем себе обратно. На 150, убили. Хватило. Ну жесть, блин. Так, я уже, блин, не успеваю читать за вами. Очень много. Так. После шампуня таскать. Если за два хода не убивают, туда потом уже и не остановить. Согласен. Привет, все знаю, все могу. Вообще без них. В стрингах я мы. Дедовских борцовках. Блин. Привет, задрот. Да, к сожалению, блин, вот беда, уже нету ни бабушек, ни дедушек. Это прискорбно сие. Так, погнали дальше. Так, ребятушки, жду следующую сборочку. Здесь мы, получается, у нас сейчас последняя игра на этой сборке. И заканчиваем. Так, вот так вот ты решил, да? Сурово прям начать. Прям сурово. Еще и стрик, блядь, зашибись. Так. Блин, хоть бы одного ранил, мать твою. Ну блока хоть немножко набрать-то. Угу, понятно. Ну, она сейчас его убить может просто. Просто-напросто может убить. Так, здесь 102 остается, но камень поставить туда. Блин, ну не совсем, конечно, туда, куда хотел, ну ладно. Ну да, убивает она огрока. Нико. Ну и надо, да, тут понятно. Чисто продамажила, просто на тупом дамаге вообще, блин, забила насмерть. Приятно быть первым. Так, Грэмори, Грейс, Огрок, Вилана, Флосс, Госта. И подумай, что сам поставить. Окей. Давай тогда сначала твой. Конечно, Грэмори, блин. Засранка Грэмори, которая, блин, ни хрена не чинят, блядь. Короче, эти уроды там, которые сидят в этой панораме. У меня такое впечатление, что они вот, у них как рабочий день начинается. То есть чуваки заходят с утра, быстренько окунаются в ванну с деньгами, намазывают друг друга баксами, блин, потом прикуривают сигары от этих долларов, обмазанных, блин. Потом садятся, ну как там комьюнити? Да какое нам дело до этого быдла, блин? А, ну да, ну и рабочий день, в принципе, закончен. Потом они еще раз купаются в бассейне с деньгами и идут домой. Вот мне кажется, их рабочий день проходит примерно как-то так, да? Так, Грэмори, Грейс, Огрок. Поехали сначала тогда по хаосу. По хаосу. Грэмори. Огрок. Так, не то. Ту-ту-ту-ту-ту. Грэмори, Огрок. Вилана. Угу, сейчас придумаем. Так, не туда. Вилана. Так, по порядку теперь у нас. Грейс. Так. Кстати, может качать ее? Давайте вкачаем ее, посмотрим вообще, что это будет. Можно ее будет взять, попробовать как-нибудь. Посмотрим, как она будет смотреться. Так, 11-й. 12-й. Ну, вот 13-й можем дать даже. 51 на 124. Эпиков у меня, по-моему, ее нету, да? Или есть? Сейчас посмотрим. Так, 631 эпика, это у нас 40 карт. То есть 600 эпиков, 600 эпиков, это 40 карт, грубо говоря. Если по синьке брать, то эволюция 40 карт, ну и еще 60. Короче, сотка, грубо говоря, опять же. Ну, не хватает, не хватает мне на следующий уровень. Ну, а пробуждать 450-600 карт, а прибавится, получается, то, что атака. Ну, конечно, здоровское пробуждение. Так она по 9 будет получать. Так.
Грейс Госта. Флосс. Так, давайте сразу природу тогда Флосса дадим. Флосс. Порядок у нас. Грейс Госта. Так, у нас получается уже 4 стрелка. 5 стрелков получается. Что-то мы тут разогнались. Получается, ближники нужны. Это здесь как-то многовато получается. Дальников-то. Ну, тогда надо Харона обставить по-любому, желательно. Так, из ближников у нас... У нас вот так вот, плюс яды. А почему бы нет? Почему бы не попробовать крокодила? И все-таки я склоняюсь к тому, чтобы убрать Грэмори к чертовой матери. И поставить вместо нее Селкит, например. По-моему, это должно выглядеть, по всем случае, интересненько. Давайте вот так попробуем. Так, следующий тогда... Кто у нас? Так, Ильхан, тогда следующее. Будем Фредди как раз заигрывать нового. Будем пробовать нового Фредди. Так, здесь надо Цезаря этого сраного сносить. Угу. По сколько ты бьешь, красавица? По 116. Нормально. По 116 нормально. Блин, все не могу ее также до 16 пока довести. Надо до ума доводить ее. 440 карточек. Так, ну здесь мы по-хорошему и так его убиваем. Как ни крути. Рунок дополнительных мы раскидали. Пол. Пол из Франции нам противостоит. Пол, интересно, мужской или женский. У него хороший Фредик. У него замечательный Тайлин. Чувствую, игра будет веселой, да? Ага, вот как раз и Тайлин пошла. Ну, по-хорошему-то она как бы ничего особо-то и не поимела, Тайлин это. Угу. Блин, слабовато. Слабовато. С другой стороны, можно здесь Госту поставить. Госту тоже по-хорошему, опять же, нужно, конечно, пробуждать, чтобы вот этот урон увеличивался. Ну, сам с собой, в принципе, справился. Ну, вроде неплохо. Крокодилиус сыграл нормально. Угу. Можно тоже по-хорошему камни поставить, прикрыться. Ой-ой-ой. Грязь понеслась небольшая. Небольшая грязь понеслась. Так, Чирик, флосс усилить. Так, а что у нас там по усилению флосса? Ну, 24 здоровья. Да нет, смысл. Угу. Куда ушел? Блин, вот именно ж в Грейс надо было уйти. По-моему, мы его и так, да, мы его и так тут убиваем. Но, кстати, было немного неприятно. Ушел так еще красиво, именно в Грейс засрань. Ну и крокодил помог. Как бы это странно ни звучало. Не всегда, не часто, но он заходит. Ну да, по большому счету. Грэмори потому что, блин, засранка, ё-моё. Так. 66, 72. 80. 59 остается. Да не, давайте лучше рискнем. Убили, хорошо.
Хорошо, что убили. Харон. Харонище. Харонище это не очень, на самом деле, хорошо. Плюс у него блок 27, то есть 161 урона. Травить его сейчас бесполезно. Что я могу? Ну, блин, ее сейчас ставить тоже бесперспективно. Блока нету на нем, да. К сожалению. Ну, не убивает, этот добивает. Как бы рун-то нету, понятно, что. Ну, давай ты еще зависнешь сейчас, не? Не хочешь зависать? Блин, с этими, блядь, щитами божественными. Блядь, ну еще и поставил, блин. Это мне как сейчас надо, чтобы они сыграли-то, блядь. Ну, неплохо. Ну, отвратительно. И мне нечем, главное, ее это. Не мотить нечем. Ну нет, здесь проиграли, ребят. Здесь проиграли. Поехали дальше. Привет тебе, китайский друг. Не знаю, что это написано. Не силен. Так, а вот Айлинь усилить. 150к голды. Пока собрал карты до эпика апать, ожидая события. Или... Не-не-не, карты не надо апать. Карты надо апать только в рост. Не надо смотреть, как я играю. Не надо абсолютно. Это неправильно все. Это все неправильно. Карты нужно апать только в рост. Иначе будешь, как я, сидеть вечно без голды и с недокачанными картами. Вчера флосс как пришел, Тель 2 почти добил, понравился спамер. Согласен, согласен, он играет абсолютно неплохо. Так. Угу. Давайте опять же риск, да? Ну, можем сейчас и не попасть. Нет, не попадаем мы. К сожалению. Блин, на 37 лупит. Угу. По большому счету, надо ли сейчас кидать немоту? Наверное, нет. Пусть еще кого-нибудь поставит, потом и немоту кинем. Пока 32 атаки, ну даже то, что он на дуп урон нанесет, ну, такого прям ужасного я как бы ничего не вижу в этом. Вот, теперь можно и ставить. Согласен. Теперь можно и ставить. 100-200 тут урона. Ага, Тейлар. Ты играл Кейлхорн, блин. Пока вы говоришь, блядь, язык сломаешь, блин. Ну а что мне тут делать? Только крокодила ставить, чтобы эта тварь не сдохла. Сто восемьдесят, 163, но я не думаю, что у него 163 прямо есть. Сейчас посмотрим, конечно. Стрик, блин, вот это, кстати, крайне неприятно. Ну, с другой стороны. Отлично. Отлично. Стол вычистили. Крокодил у нас уже 241 на 419 стал. Не самый слабый. Угу, Александрия. Вот не самый слабый. Стал самым слабым. Так, вот здесь как лучше?
Так, наверное, лучше вот так вот даже будет. На 200 мы выхилимся, тут даже 240. Эту мы убиваем, мадемуазель. Плюс еще 258, 272. Ну, нормально. Нормально Вилана сейчас зашел. Братан, мне кажется, это поражение. Твое. Вообще не страшно. Ни разу. Может даже вот так вот. И смотрите, вот сколько интересно просто в Шамуну прилетит. А, нет, смотри, добили кристалл. Ну, убиваем его. Нормально, но на тоненького было. Блин, эпический очередной улетает. Блин, ну столько эпических было, уже должен легендарный приходить. Когда Ростов несколько посидишь, и на следующий уже дорого и карт нет. Ну, надо реально пропускать росты, копить карты, до 3 лямов догонять, желательно это в начале в самом делать. Вот тогда будет круто. Нет, Грэмори хороша, и она может очень много ядов раскидать. Просто, блин, с Огром иногда бесит, что ты вроде как можешь ее выпустить, но забагованная получается. Ну, короче, блин, очень много нюансов, когда она реально, наоборот, блин, вред приносит, а не пользу против Огра. Так. Так, а мы сборку меняем. Сборочку эту сохраним. Сборочка хорошая. Единственное, что, конечно, нужно здесь подкачать Флосса, ну и, конечно же, подкачать Грейс. Это в первую очередь. И плюс пробудить, вот как раз это пробуждение 21-25, и вот как раз ее надо будить и качать. Я просто не бужу, потому что я не сумею догнать до 60, до 116 обратно. Но так будить, конечно же, надо. Так. Блин, где это? Сейчас сфотографирую ее. Кину в папочку и потом выложу. Все. Так, выкидываем все это дело. Блин. Кабаса тоже хочется прокачать, посмотреть, как он будет там в районе где-то 16 уровня играться. Так, Ильхан, 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 где ты? Амуна, Вилана, Виксен. Так, это понятно, это понятно. Так, я уже тут не успеваю что-то. Так, Шамуна, это мы играли. А, так, вот, так, так, так. Вилан однозначно в команде. Так. Блин, Ильхан, не могу твою сборку найти. А, вот. Артур, Харон, Селкит. Сейчас собираем тогда Селкит. Так, Артур Харон, Фредди Грейс, Драгара, Вилана Стрик. Окей, так, тогда получается Драгара еще из природы. Драгара из природы. Ну, у меня послабее они, конечно, но я думаю, ничего страшного. Так, порядок это Артур. В принципе, должны мы там стоять. Харон, да? У тебя Харон, насколько я помню, уже на 3 рунах. Так, Артур Харон. Угу. Грейс Стрик. Из стрелков Грейс и Стрик. Грейс и Стрик. И получается... Так, ну куда опять улетело-то? Так, блин, опять Ильхан пропал. Да что такое-то, елки-палки? Ниже, значит. Блин. А, вот. Артур Харон Селкит. Фредди. Фредди и Вилана еще. Я понял из хаоса. Фредди и Вилана. Ну, у меня Фредди сейчас вот такой. Ну, Вилана все видели. Окей. Давай попробуем так. Я понимаю, что будет там сложновато, но...
Это не ты такой лох, это мы все такие лохи. Угу. Мантаса. Грек пока нету, как будет? Привет, Владислав. Худу, худу поздравляю. Поздравляю с худу. Так, началось в деревне утро. Началось в деревне утро. И насколько она снижает? На 66. Но мы ее таким макаром не добьем. Давайте тогда так начнем. Да, 239 атаки, да, согласен. Да хренища, блядь. Еще и встают они довольно удачно. Блин, мне здесь реально делать-то уже нечего. Ну ладно, хотя бы здесь прикрылись немножечко. Сотку мы там получим, конечно. Сотку мы получаем. Кидаем немоту. Блин, поставить так. Мы сольем двух. Либо пока не ставить. 23 мы наносим, от 125 мы избавимся. Да нет, наверное, придется так ставить. Двух героев мы, получается, убиваем. Остается у него 87. Ну, куст он убил, молодец. Понятно. 140. И теперь, как ни крути, мы по-любому сольем, да? Потому что двойной атаки у меня здесь нету. Блин, там 145. Здесь я ее не убью. Двойные атаки вот были бы здесь-то, блин. Так, а 50... 53, по-моему, у нас тут будет, да? Мы просто сможем снизить атаку. Да, будет. А, блин, хватает. 83 и 160 мы выхиливаемся. Посмотрим, может, сейчас Вилана нас сможет вытащить. Ну, понятно, конечно, да. Понятно, неприятно. Здесь я даже не знаю, в кого желательно попасть. Ну, нормально, нормально. Сейчас он убьет это. А мы убьем его, да? Здоровьюшко мы ему маленько подрежем сейчас. Ну, сейчас желательно, конечно, чтобы она бы в него попала бы. Хорошо. Убиваем Грифиуса. Ну, давай в какую-нибудь из этих. В принципе, там 39. Можно, конечно. Ну, блин, нет, сейчас, пожалуй, нельзя ставить это дело. Сейчас, наверное, лучше будет все-таки стрика поставить, мне кажется, так. С другой стороны, они сами помирают, блин. С другой стороны, они сами помирают. Блин. Ну вот как здесь лучше сделать? По 16, раз, два, три, четыре. Но у меня двойной атаки нету, блин. Там 36 у него. Вилана у меня, получается, нету. Давайте, наверное, все-таки так сделаем. Нормально, кстати. Не самый худший вариант. Не самый худший вариант. Ну, извиняйте. Ну, извиняйте. Но мы были близки. Мы были близки.
Так, я жду из призывов X1. Да, три руны, согласен, да, топ. Мантаса посмотрим сейчас, подумаем. Чат лучше читается. Гремори требует тактики, согласен. Также не видел действия. Тебе не жалко сливать кубки ради пробы? Нет, никнейм абсолютно не жалко. Вообще не жалко. Так, ну что здесь? Что здесь у нас? Давайте попробуем Артурку поставить. Пусть попробует понабрать. Может, надо было и кустик убить, на самом деле, лучше. Ого. Вот это мазефака. Вот это мое почтение. Сколько там у друидик это характеристики? 16 уровень, 3 пробуждения, 48 атаки, 164. Вообще, респектую просто чуваку. Просто респектую чуваку. И Фредика сейчас ставить нельзя. Блин, так он убивает своего. Давайте так поставим. Да, не очень много, но зато стабильно. Но друид меня порадовал. Люблю такого друида. Просто, блин, красавчик. Так, ну вот, блин, давай не без этого. Давай без этого, по-любому. Так, ну что, можно похиляться, в принципе, да? По идее, его все равно надо убивать. 159-то мы готовы получить? Да готовы, в принципе, почему нет? Блин, ну как обычно у меня все, короче. Я не учел, что можно и здесь поставить. Стрик убивал спокойно Мелию. Так, раз, два, три, четыре, пять. Это у нас 80. 120. Нормально. Моя довольна, в принципе. Ну, это поражение. Зашло. Сейчас просто тоже надо немножко приноровиться, во-первых, по взаимодействию. Привет, Дима. Так, Сова, Эрик, Леншао, Матриарх, Граф, Аматерасу, Иостра и Грейс. Влада на Шаамуну. Ну, Влада-то по-любому на Шаамуну надо менять. 17? Блин, ну вот как хорошо, что хотя бы сейчас вылетело, а не во время того, как мы бы побеждали. Ой. Ой, блин. Мой суперстул, конечно. Вообще не справляется, блин. Спина на нем болит. Просто жесть, блин. Мега стул, блин. Ну, тохи изумруды в Колизее выпали. Поздравляю. Поздравляем. Так, что у нас здесь? Сова, Эрик. Сейчас еще игрушку отыграем. Игры две, наверное, на этой колоде. И поменяем. Ребятушки, чат довольно быстро крутится, поэтому, кому не трудно, продублируйте, пожалуйста, свои сборки. Я просто там уже мучаюсь искать их, поэтому. Либо надо сразу их просто скринить. Так, нормально, нормально.
А Magnum Quest это игрушка, ну, тоже собираешь героев, их увеличиваешь, ну, такой, там автобой. То есть там есть ручной бой, но он не выгоден, и поэтому вся игрушка проходится на автобое. Довольно такое скучное занятие, я в него давно что-то не заходил. Так вообще играть можно, игра неплохая, но вот автобой, конечно, ну, такое себе, на любителя. Я вот не очень все-таки люблю игры с автобоем. Это вот по типу вот этого там, Хроники Хаоса, там эти Шиноби всяких куча разных, этих игр китайских, блин. Вот это, ну, автокликеры, короче, как они там. Зашел, награды, грубо говоря, собрал, героев улучшил, на автобое там постарался пройти что-то, что-то прошел, что-то нет, и на этом закончил. То есть там, ну, вот там уже работает, то есть подборка вот колод, вот этого всего. То есть ты собрал то, что... на сайтах посмотрел, и у тебя это, грубо говоря, заработало, потому что там, ну, герои гораздо проще, конечно, качаются, чем в той же самой Mighty Party. Так, вот у меня все еще висит, я жду монетки, чтобы прикупить еще Фредди, и можно будет дать ему 13 тогда уровень. Так, как я и говорил, еще тогда пару игр, ну, кубки у нас, конечно же, сняли за вылет, кто бы сомневался, и сейчас тогда следующую соберем пачку, две игры отыграем быстренько. Ну, давай, друг мой, Сидней. Так, давайте так начнем. С одной стороны, конечно, Фредди после Харона, блин, ну, тоже такое себе, если так-то брать. Мы его, конечно, убиваем. Посмотрим, как это сейчас будет выглядеть. А, он... Мать моя женщина, отец мой мужчина. Ну, сейчас ее отдать. В принципе, мы тут... Так, на руне стоит. На руне стоит. По большому счету, можно вообще вот так вот сыграть. Грейс убить... Тут либо Грейс мы убиваем, и убиваем его 54 блок, 50-50, блин. И все равно, вот, хватило, за счет двойной атаки. Своеобразно, конечно. Семнадцать жестоко, я в событии бью много, так лень. Тап-тап. Ну, тап-тап-клик, да, можно так, наверное, сказать. О, а меня не убили, что ли? Ну, вот и как здесь лучше? Так, на руне, не на руне. Сейчас посмотрим. Нет, не на руне. Как здесь лучше сыграть вообще? Можно как бы вообще подзабить здесь на них. Но с другой стороны, не хочется подзабивать-то. Наверное, все-таки сейчас я Фредди выпущу. Угу. Раз, два, хорошо. Попробуем так. Угу. Блять. Ну вот. Вот. Ну почему так-то именно? Почему именно так-то? Ну, хотя бы так. Дикая комба, конечно, но она прошла. Просто дикая комбинация, блядь.
Дикая, конечно, реальная комбинация. Просто, блин, вообще. Здесь самый лучший исход это сделать вот так вот, на самом деле. Блин, ну. Ой, блин. Просто жесть. Вот та комбинация, это, конечно, блин. Вот ради таких комбинаций стоит играть. Так, 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 так. Блин, Макс, жопа ты толстая. Повезло, повезло, не то слово. Вообще такая, блин, я говорю, бешеная просто комба пролетела. Ну иди сюда. Иди сюда, жопа толстая. Иди сюда, будешь со мной играть? Кусай руку, кусай руку. Сатана, блин. Кот сатана. Да? Кто кот сатана? Ты кот сатана? А, блин, больно капец. Больно просто капец. Ну, моя довольна. Селки в очередной раз показала, что она могёт. Ребята, а вы можете делать клипы? Кому не сложно, то вырежьте клип, пожалуйста. Насколько я знаю, это возможно в Ютубе там. Так, отдавать немоту сейчас, не отдавать немоту сейчас. Блин, вот сейчас бы этого бы. Худу. Сейчас бы худу. Я, наверное, вот так вот сделаю. Не добили чуть-чуть, но это не страшно. Этого Фредик добьет. Вот, отлично, как раз он немоту. А, Фредик его не добьет. Потому что он хаос. Так, а у меня нематы больше нету. А у меня нематы больше нету. Так, а на сколько он там бьет? Ну, на 68, понятно. Ой. Угу. Он тогда в Шамуну вселится. Он тогда вселится в Шамуну, получается. Вот, так нормально. Ну, как-то так. Это, пожалуй, единственное, что мы могли сейчас сделать, к сожалению. Нет, Артур не смог здесь помочь ничем. И для Селки сейчас пока все закрыто. Да бьет, бьет. Привет, Сергей. Благодарю, благодарю от души. Так, либо запомнить, это получается где-то 1:25, наверное, было. 1:20 это комба была. Можно ее, да, будет вырезать просто отдельным, ну, там, моментом пустить. Комба. 1:25. Опа. Можно, буду записывать. А ешь твою медь. Так, мы одного только морозим. Если мы Шамуну не замораживаем, то у нас все очень плохо. Ну, ладно, Шамуну заморозили. Следующим ходом морозим двоих. Ой-ё, ой-ё.
Ну, кстати, опять же, сейчас комба была не самая худшая, если так-то брать. Ну, блин, вот опять же он тут же своего этого чудика, блядь. Ну, мы его убьем, конечно, но... Но тут дело такое, блин. 81 на Мараке. Ну, неплохо, неплохо. Так, внулин у нас, да? Так, мы его сходу не убьем по-любому. Блин, я даже уже не знаю, что тут делать. Он меня тупо сейчас передамажит. По здоровью очень сильно проседаю, да. Передамажит, к сожалению. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Очень мало шесть, конечно. Да, еще может быть что-то и получится. Но мало верится в это. Слабо верится. Он сейчас первый ряд должен перекрывать. Если он этого не сделает, будет странно. 3, 6, 99. Шамуну убили. 122 остается. И мы, походу, можем тут побеждать, в принципе-то. Потому что ему надо сейчас здесь крыть. Ну, если сейчас опять Шамуну не придет, конечно. Но я тогда, честно говоря, вообще охренею просто. Ага. Ну, все. Тогда победа. Нет. Блин, я опять натупил. А, ну с другой стороны, я ничего и не поставить-то, я тоже ничего не мог. Блин. Не, не поставить, получается, я тоже ничего не мог. Ангелия дает эту хрень. Так. Живем, живем. Все, победа. Пропуск хода. И убиваем. Бля. Жестокая партия на самом деле получилась. Сейчас я даже минутку посмотрю, на которой она игралась. Минута, час 34 получается. Час 34 минуты. Можно ее будет в хайлайты сунуть. Привет, злой нуб. Слушай, не знаю, это у него регулярно такая хрень. Дары Востока выпал алхимик. 240 вилана. Нормально, нормально. Ну что, последний бой, кстати, был, по-моему, очень даже неплох. По-моему, было очень даже неплохо. Так. Надо сборочку дорабатывать. Надо дорабатывать здесь мне лично. Не в том плане, что ее надо саму перерабатывать, а в плане того, что у меня слабоват вилана. Ну, про третью руну я уже говорил, надо усиливать Драгару и надо все-таки, конечно, догонять его по хпшке. У меня получается, ну вот правильно, он у меня не пробужден на 11-м, надо пробуждать на 11-м и загонять хотя бы опять так же там на 12-й, на 14-й уровень, чтобы здоровье было под 200, тогда он мадет. Вот, ну и прогресс, конечно, тоже подпадать бесполезно, нужно ей давать, чтобы у нее было 19 урона. Но это качать еще и качать, а она засранка не падает. Как-то так. Ссылку на телегу сейчас дам. Так. Сейчас кину ссылочку. Ловите. Так, 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 так. Следующая сборочка получается у нас. Эту щелкаем. Что-то, кстати, вот... Блин, легендарный сундук. Сколько мы уже партий выиграли? Ну, немало на самом деле. Но почему легенда-то не падает? Уже должна упасть легендарка. Притом я прямо чую, что там будет топовая легендарка. Ну, например, Грейс. Вот верится мне в такое дело.
Так. Та-та-та-та-там-та-там-та-там. Угу. Так, Артур, Вилана и Остро, Шамунов, Лос, Огрок, Виксен, Александрия. А, вот еще выше. Сова, Эрик, Линшау, Матриарх, Матрасу и Остро и Грейс. Сова, Эрик, Линшао, Аматерасу и Остер Грейс. Ну, давай попробуем. Кстати, вот эту хотел девчонку попробовать вообще. Давайте вокруг нее сначала что-нибудь попробуем собрать. Хотя, в принципе, она самодостаточна. Так, сова. Вот, кстати, под сову она должна нормально заходить. Хотя у меня сова, конечно, тоже оставляет желать лучшего. Но, в принципе, она туда нормально должна заходить. Так, вот моя сова. Что мы там можем? Можем пробудить? Нет, пробудить не можем. На 16 уровень надо гнать. Так, ну 17 здоровья. Да нет, оставим так. Она и так должна, в принципе, нормально под это разгонять. Так, получается, сова, Эрик. Эрик и Линшао. Ну, Эрик, блин, Эрик тоже не особо-то, честно говоря, тянет. Эрик, где у меня Эрик? Эрика качать надо. Эрика надо пробуждать и гнать. Вот это да. При появлении шестерку крадет. Это вообще очень мало. Очень мало. Вот могу девятку ему дать. 9 хпшек. И у меня просто золота не хватит. А покупать сейчас, ну, это извращение, если честно. Ладно, давайте пока так попробуем. Посмотрим. Там у меня есть немножко, чтобы его качнуть, но это очень мало. Так. Так, Линшао, Матриарх. Матриарх. Тоже не шибко прям топовая. Линшао. Ну, просто попробуем. Буквально пару игр отыграем. Как говорится, проиграем, да и хрен ты с ним. Так, Аматерасу. Остро Грейс. Аматерасу, Грейс и Остро. Попробуем вот так вот. Так, у нас получается 4 ближника, 4 дальника. Здесь просто ее поставим. Посмотрим, как все это будет выглядеть. Ну, нету сейчас, нету, к сожалению. Я бы с удовольствием сейчас Эрика бы качнул. Ну, блин. Золота нету. Мало золота. Опять же, на 16-м у него основной вот это крадун. Красть атаку. Ладно, попробуем так. Парочку игр буквально отыграем. Актуальные промокоды. Ну да, там этот Fireworks только. А, привет, Дмитрий. Так, Масура, Вилана и Остро, Афина, Тайлин, Харон, Аматерасу, Стрик. Может даже сразу Аматерасу поставить. После нее Линшао, чтобы он ни мату не мог кинуть. Можно так попробовать. Ну, если он, конечно, сейчас ее не сольет с первого удара. Все-таки здоровьишко-то у нее тоже не так, что прям много. Угу. Еще ход мы, получается, можем постоять, да? 41-48, здесь уже все гораздо попроще. Получается, первая мимо, одну он куда-то поставит. А, вот еще Джакси он выпускает, окей. Сейчас тогда точно надо Линшао ставить. Сейчас надо точно ставить Линшао. В принципе, можем мы потерпеть еще эти 74? Я думаю, можем. А, он не мату там кинет. Нет, тогда надо вот так вот уже. Ну, как-то так. Угу. Дракош он сливает. Не ужасно, прямо скажем. Прямо скажем, не ужасно.
Ну вот по пятнашке они ему пронесли. Получается, эти дракончики Мушу в конце ходят на пятнашку раненому, союзная Талина атакована, наносит урон, равный вражескому варлорду, и полет имеет. Ну, неплохо, кстати, неплохо. Да, не так, что прямо она, конечно, у меня пока атаку набирает там молниеносно, но что-то делает. Так, ну тоже 20 тысяч сборка. Камни. Угу, я понял. Ну, еще одну ставить. Ну, почему нет? Ну, не убили, жалко. Жалко, не убили. Ага. Понятно. Ну, сейчас убьем. Можно еще одного деда, в принципе, поставить. Здесь уже исход, в принципе, боя понятен, мне кажется. Даст он просто, дал бы Аматерасу добить в одно лицо. Было бы прикольно, но он не даст, конечно. А, просто сдался. Окей. Да, да, ну, промокод рабочий, это вот последний, единственный. Да, не за что. Это Панораме надо спасибо говорить. Они наконец-то раздуплились, что промокод дали. Я-то шо? Так. Ага. Вот раненый. Вообще интересно, конечно, здесь. Сейчас включим мы лечение. Блять, мы сейчас проиграли, короче. Прикольно. Ну тут и лечение бы не помогло. Это вот, блять, идеальный заход для него был. Просто вот. Есть угнать за 60 секунд, а есть просрать. Привет, мистер. Так. Ну, кстати, кстати. Наверное, даже вот так вот будет лучше, да, спрятать? Вот так, вот так. Убили. Кстати, написано раненых врагов. Случайному раненому врагу. Там раненых не было. Угу. Жалко, конечно, что не умер он. Ну, ничего не поделаешь. Два, три, четыре. Так, включаем. Да, вот обидно, что на нее, получается, не получилось поставить. Сейчас он немоту кинет. Они-то у нас останутся, ребятушки. Угу. Эустру отдать. Сейчас, кто у него еще из мужиков есть таких сильных, кто стоит того? Ну, пожалуй, можно, да, сейчас и Эустру отдать, если так-то что. Свою пятнашечку он получил. Угу, Санта. Санта Лючия. Немоту пока не вижу смысла на самом деле отдавать. Вот на этих двух, ну пусть даже с небольшой атакой. Ну, пока терпимо, скажем так. Пока что терпимо.
Так, а она у нас бьет, получается, на две клетки. То есть этого мы задеваем. Черта. Да. Камушки пошли. Камушки еще ладно. Угу. Вот сейчас, мне кажется, уже можно и немоту отдать. Можно отдать немоту, хотя с другой стороны. Так, либо его сюда поставить. А сейчас смысл по большому счету. Так, а он у нас ворует 17 атаки, крадет. Ну не так, чтобы и много-то. Нет, все-таки, наверное, деда сюда подкнем сейчас. Да, чуть-чуть не добили, но он еще здоровье раздал. Ну, кого-то из этих сейчас он убьет, там, либо камень, либо что-то, мы доберем этого кренделя-то, блядь. Да, блядь, ты прикалываешься, нахуй. Ты реально, походу, прикалываешься, блядь. Ну, мне вот надо его убивать, деваться некуда, блядь. Жесть, блядь. Просто жесть, блядь. Вот именно этот камень она убила, нахуй. Ну как так-то, блядь? Ну, вроде разобрали здесь немножко, да? 3, 4, 5, 6, 7. Добили. Блять. Тоже не самая такая легкая партия это была. Я с Петербурга. Ну, родился в городе Герой Ленинграде. Живу, как это ни странно, в Петербурге. Давай, давай, мы всегда всем рады. Так что забегайте. Так, это у нас 1:49. Ну, тоже, кстати, интересная партия. И вот эта мадмуазель, блин, как выясняется, что-то домогет. То есть, ну, конечно же, надо определенную прокачку. Надо ей... Сейчас еще одну игру играем и поменяем. И как раз последнюю сборочку. В час мы там... Вот, опять можно ее поставить, по идее. Блин, и он ставит тоже. Ну, единственное, что спасибо, что освободил, да, называется. Ну, одного убили уже неплохо, на самом деле. Сейчас деда поставим. Ой, блин. Баба на бабу, короче, сошлись. Тайлин на тайлин. Ага, ну ожидаемо. Ожидаемо. Блять, хорошо атаку-то дает, хорошо. И убивает, да. Ну, с дедом не получилось. Здесь не получилось, к сожалению. Мы оказались тупо слабее, блин. Ну, здесь, я думаю, нет смысла продолжать. С такой Грейс, с такой Талин уже, ну, здесь нам не справиться просто. Был бы, хотя был бы у нас первый ход, не думаю, что что-то поменялось бы. Там слишком перебор был именно по силе равных карт, скажем так. Давайте опять так же начнем. Все, здесь поуничтожали все. Сейчас нужно выпускать эту мадмуазель.
Да вроде живой. Вроде, блин, тоже Тайлин. Да ёж твою медь. Ну твою ж дивизию, блин. В принципе, можно ее сейчас отдать. Можно сделать вот так вот. Да, мы получим 300 урона. Да и хрен с ним. А, мы 600 получили, да? А, за каждый удар, что ли, по ней? Что-то я не понял. Не, ну... А, наносит урон, равный ее атаке. Все. Я разобрался. Ну, дурак, ну что поделаешь. Куда деваться? Слушай, ну вот, Сергей, смотри. Она на слабой прокачке вообще, наверное, никакого толку просто не принесет. Ну, даже такая прокачка, ну, для моей лиги, я считаю, слабая. Поэтому смотри сам. Давай, убей меня, детка. Окей. Так, лечение врубаем. Давай так, пока что. Огрок. Конечно, не самое страшное, что могло бы быть, но неприятно. Угу. Ну вот откуда вы такие беретесь, нарядные ребятушки, блядь? Откуда? Ну, мне придется сейчас немоту отдавать. Придется немоту отдавать и надеяться, что оно сдохнет. Ну, хотя бы оба сдохли, уже приятно. Но в будущем своей игры я уже не уверен абсолютно, потому что это трэш какой-то, блин. Это вот кого он выпускает? Ты что здесь делаешь вообще, брат? Что ты забыл в седьмой лиге? Что ты забыл в седьмой лиге, дружище? Угу, тут же Шамуна, блин. Сейчас Тайлин выпускать. Не вижу никакого смысла. Давайте немножко тогда у нее атаки украдем. Ну, вот, доцелюшку. Так, ну и что мы можем? Так, немоту он истратил. Да. Блин, хреново. Вот хреново. Он убивает из них сколько там? Троих он убивает. Лучше бы он меня проатаковал. Блин, ну ты, братан, вообще, блядь. Ну, так дела не делаются. Так дела не делаются. Ну, что мне тут делать? Убить-то не убивает. Нет, убивает. Да. Добиваю уже, ладно. Надо колоду менять. Что-то он начал вообще каких-то неадекватных подсовывать, блин. Что-то меня это уже пугает. Так, меняем колоду. Но, опять же, кстати, интересно. Ну, конечно же, здесь должна быть вот на этих трех героях это однозначно адекватная прокачка. Ну, Тайлин. Ну, может быть, даже такая подойдет, в принципе, для седьмой лиги, как таковая. Так, кого мне там еще советовали? А так вот этих надо трех героев, конечно, доводить до ума. Чтобы ими играть полноценно. Так. Что у нас там по сборочкам? Так, где я, блин, сборки-то видел? Сборочки. Нам бы последнюю сборочку и поиграть. Так, а вот, Масура, Вилана и Остра. Вижу. Так, Вилана. Так, Масура. Слабенькая, сразу говорю. И Остра. Так, Масура, Вилана и Остра. Афина, Тайлин, Харон, Аматерасу, Стриг. Афину придется, скорее всего, менять на кого-то. Сейчас посмотрим. Тайлин, Харон, Аматерасу, Стриг. Тайлин.
Аматерасу, Харон, Стрик. Так, надо кого-то менять. Так, Афина у меня просто, ну, сейчас покажу вам ее. Она печальная, довольно грустная. Ну вот, Афина, ну, не знаю, ну 12-7. Легиона нет, а зачем тогда Афина по большому счету? То, что она там это, в конце хода дает атаку за каждого союзника со щитом, комбить Аматерасу, ну это не стоит тех статок, что она дает. Опять же, мясо для Грейс вот это 12-7 у меня будет, получается. Я бы с удовольствием сейчас, конечно, Афродиту бы качнул, блин. 1521, это практически там, ну, по-моему, 14 уровень или 13. То есть, ну, не получится сейчас, нет у меня баблишка, чтобы ее качать. Я бы предложил на самом деле сюда, как это забавно бы не звучало, либо Грейс, либо Юрия. То есть при атаке наносит урон равный 53 случайным, получает двенашку за каждого врага дальнего боя. Давайте попробуем. Я 100 лет уже Юрий не играл. И еще такая тема. Так, ну-ка. Блин, ну Мантос не сможет затащить. Мантоса нужно под волка брать. Ладно, давайте пару раз сыграем буквально. Пройдем яму и посмотрим. Я понял, ну видишь, Фрост слабенькая у меня, вот в чем вся беда, блин. Фрост слабенькая совсем. Ну понятно, началось, блин. Началось в деревне утро. Сейчас хилку врубим. Жабисль. Так. Давайте хилку врубим и остру поставим. Как раз сносим мы Жабисля. И он сейчас должен просто немоту уже отдавать. Потому что ему-то здесь деваться особо некуда. Два героя. В принципе, здоровье за сотку. Они по-любому постоят. Сейчас можно... Ага, легион. Ну вот сейчас, по идее, можно, конечно... Кинуть на него немоту, поставить двух Масур. У него стрик-то есть? Я что-то не посмотрел даже. Трика нету, есть Грейс, есть Крыса, есть Грут. Угу. Да нет, наверное, вот так вот сделаем. Наверное, даже... Да, все-таки отдам я сейчас Масуру. Тремя атаками она получается одна. Посмотрим, что он сейчас поставит. В принципе, он даже эту Масуру не забирает с одной плюхи. Отлично. Отлично. Талин сейчас ставить. Здесь он, получается, не добивает. Давайте так тогда, да. Так, а я же на двойные атаки-то ставил. Чё-то я не понял прикол такого. И вот сейчас можно уже Талин тогда ставить. Сейчас уже можно тогда будет Талин ставить. А, крыса пошла. Блин, хреново. Печально, печально. Ну-ка, а если мы вот так вот сыграем? И ухиливаемся. А, он может Грута поставить. Он может вот сюда вот поставить Грута. И, наверное, он это сейчас как раз и сделает. Это, конечно, не смертельно. Блин, именно ее ты убил. Именно ее ты убил, блин. Ну что за...
Это уже становится, блин, бесящей какой-то темой, блядь. Так, можно вот так вот, в принципе, поставить. Отлично. С помощью стрика здесь справились. Ну, Вилана, конечно, хилит вообще великолепно. То есть мы практически ничего по здоровью-то не теряем. Но это логично, да. Тут же Шаамуна выходит. Тут же выходит Шаамуна. И вот мне получается сейчас ставить-то особо и некого. Ну, можно и остру, конечно, здесь поставить. Если еще один груд там не завалялся у него где-нибудь. Блин, тут же. Тут же крыса выходит, блин. А если так поставить? А если так поставить? Пятачок-то не жалко, хрен с ним. Блять. Не, ну с другой стороны, конечно. Ладно, от этого мы избавились. Атаки мы немножко надавали. Ну должны, должны мы вытягивать эту партию, блин, по-любому должны. Ну, в принципе, все. Можно даже прикрыться здесь, как бы. Летит-то нормально. Ну и все, победили. Блин, ну... Тоже такая партия довольно интересная. Так, это у нас получается 2-0-4. 2 часа 0-4 минуты. Все. Чисто подбастет. Ну, как вариант, да. Если есть слот дальников, бери грейс. Давай, давай, мистер. Удачки. Еще как вариант свободный слот ставить Ханза, так как щитов много в группе, и он будет баф. Тоже вариант. Так, ладно. Пошли, яму добьем, купим Фреддика, наконец. И, кстати, у нас там магазин уже, насколько я помню. Сейчас мы еще праздничный призыв можем совершить, если я не ошибаюсь, конечно. Так, не то, а, то. Берем пирата, ставим ему Дрогана. Так, сейчас посмотрим, что у нас там. До этого мне еще ждать. А здесь, по-моему, у меня есть бесплатка, да. Ну что, держим пальчики. Держим кулачки. Погнали. Так. Иштмала. Летающая дева. Этот, блин. Ну, легендарок нет. Ну, Драгары дал 597. 597 Моргана. Ладно, нормально, пойдет. Так, здесь забираем. То есть с этим боевым пропуском пришлось очень много повозиться. Так, здесь у нас что? Через сколько там? А, вот как раз 3 секунды. Давай нам даром за амбаром. Кристалли, изумруды я бы не отказался. Ну и нормально. Полтинничек и полтинничек. В принципе, мне эпик выпал, который я хотел. То есть у меня которого не было. Упала мне Таня эпическая. Так что нормально. Так, ну и поехали.
пока у нас двойные монетки. Поехали убивать Гера Кошмара. Кинули руны. Ну и погнали. Постараемся его пройти все-таки за одну попытку. Ну, если что, докупим. Так, стрелков нам, я так понимаю, вообще не хотят завозить, да? Ну, нет, вот есть один. Нельзя здесь давать ему так по умениям его. При смерти союзника дает 14 случайному союзнику. Каждый четвертый ход дает перерождение союзникам. Каждый шестой ход дает врагам способность. В начале хода получает 16 за каждого соседнего героя. То есть здесь желательно их еще и ставить так, чтобы они, ну, скажем так, не совсем рядом были. Ладно, здесь мы разберемся. У него просто много вот таких вот героев с перерождениями, со всякими, со всей этой хренью. Это нельзя этого допускать, короче. Этого допускать нельзя. Вот, все, умение обновилось, героев нет, соответственно, ушло оно в пустоту, что не может не радовать. Так, вот это уже, честно говоря, совсем хреново. Так, аниматы-то у меня никакой не предвидится. Угу. Вот этот герой здесь, конечно, всю малину портит, блядь. Ну, хорошо, что он его сейчас сольет. 199, блин. Хреново, конечно. 52, мы его сейчас сожрем тоже. Так, мы его... А мы его не сжираем таким макаром, да? Или сжираем? Да, сжираем. Окей. Так, вот сейчас нужно точно сливать. Желательно, чтобы это был... Это летун, да? Так, ну нормально, мы переродились. Блин, он ему перерождение дает, да? Да. Плохо. Плохо, 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 плохо. Ну, этот переродился, это хрен с ним. Блин, да что ж ты задолбал-то уже так, а? Главное, не хватает чуть-чуть, чтобы он сдох. А чтобы он сдох, надо. Здесь надо по-любому, чтобы он сдох. А, ну он на руне сдохнет. Блин. А, этот же вышел, дал ему перерождение. Ладно, пока тогда не трогаем, хрен с ним. Так, тогда начинаем скидывать то, что можем. Тридцать восемь, сорок шесть. Ну, не так и много, в принципе-то. Успел, блядь. Бесячая тема. Вот этот, блин, Голиаф, бесячая тема, реально. Блин, можно его, конечно, за три хода. На следующем ходу надо его сносить. Блин, отдать ее, что ли, по большому счету? Да, почему нет? Так, тот на руне стоит. 25. Не так и страшно. Умирает. Возрождается.
Вот эти, блин, их возрождение, умирание, блин, просто вымораживают. Реально. Так, нужно не забыть еще эти смерти потратить. Блин, как бы не пришлось еще здесь вторую попытку таким макаром тратить-то, блин. Так, вот наконец-то кристалл нам пришел. Кристалл он не убивает с первого хода. Так, два хода остается, да? Давайте так тогда. Отлично, здесь расправились, блин. Но Мэри мы сейчас потеряем. Опять же, не так и страшно, по большому счету, да? Не успел. Блин, ну это уже обидно становится. Тоже обидно становится. Блин, и ты умираешь, блин, зараза. Вообще не вовремя. Твою мать, вот из-за этих крох, блин. 118. Здесь, если я его убиваю, я получу двадцатник, блин. Блин, 12 не хватило. Ну это жесть, блин, просто. 18. Твою мать, ну это, блин, настолько обидно. Ладно. Потратим 40 изюмчика. Не жалко, в принципе. И кем же мне его убить? Кем же мне его убить? Ведь не хватит 18 атаки-то, блин. Давайте поищем какое-нибудь днище вообще, там, днищенское. Крысу синюю отдать. Ну, вот крысу давайте синюю отдадим. Блин, вот настолько обидно реально. Вот эти 18 хп, блин. 30 монеток нам еще дали. Шикарно. Ай, блин, еще и я планировал все-таки потратить с ракет на второго босса, блин. Ладно, 512. Помощник Санты. Артурчик немножко. И Огрока немножко. Огроку я всегда рад, на самом деле. 138 карточек вот еще могу ему дать. Ну и Хиуса. Хиуса я не уверен, честно говоря, что я с одной попытки-то завалю. Так, берем Фредди. Так, здесь 15 атаки еще. Давайте дадим сразу. 134 на 91. 41 будет наносить при выходе потом. Хорошо. Я бы даже сказал, замечательно. Ну ладно, раз уж начали, давайте потратим. Тут может даже побольше придется тратить. Ненасытный зверь редкий, жрица баланса редкий, хитрая змея редкий, йотун редкий, охотник за головорезами эпик. Все новые карты. Поздравляю, Дим. Отлично. Так, 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 так. Угу. Это жаб уже прошел за два раза. Нормуль. Так, ну ставим руны. Дает кровотечение врагам в линии. Крадет 5 атаки. Даже не знаю. Ну, давай с тебя начнем, наверное. Так, это у нас ярость бури, да, насколько я помню? Да, это ярость бури, спасибо большое. Много мы урона здесь нанесли. 141. Так, 45. Понятно.
Ну, пока ничего такого прям смертельного нету. Надо единственное от этого кекса избавиться сейчас, блин. Блин, желательно, конечно, его было бы прихватить. Ну, о, нормально. Моя доволен. Зашло неплохо. Этот умирает, этот умирает. Хорошо. А то он бы нам сейчас здоровье поснижал бы, ничего приятного из этого бы не вышло точно. Так, 61, он на руне. Окей. Здесь разобрались. 573, нам бы лечилку бы какую-нибудь, блин. Хотя бы самую минимальную. Я уж молчу, конечно, про Вилана там. Вилана нам не особо нужен. Угу. Неприятненько встали. Крайне неприятненько. Врагам порядка. А почему нет? Почему нет? Ну, задумался? А, понятно. Само сдохнет. Ну, он этот ряд, по идее, должен контрить. Ну, вообще, нет, смотрите-ка, он этот контрит. Хотя, по идее, там атаки больше. Ну, не страшно. Ну, конечно, неприятно, что именно этого. Лучше бы он, не знаю, кого даже. Хреново. Еще урона получим, получается. Еще урона наполучаем. Ладно, пока живем. Пока что живем. Угу, все-таки решил он с ним разобраться. Ай, блин. Засранец. Так, можно, конечно, и его поставить. Тотемчик. Засранец. Вот засранец. Давайте так. С деревом справился, с тотемом справился, негодяй. Неприятно, но не более того, на самом деле. Убили. У нас, если что, мясник есть. Главный мемный герой. Ну да. Блин. С одной стороны хочется, с другой стороны он сделает их же, блин, единицами. Ну вот я так и думал. Вот именно самых таких героев он и сделал единицами. Интересная тема.
Так, нужно не забыть сейчас еще смертушки потратить. Пока живем, пока живем. 221. Должны, по идее, уже дожать здесь его. Должны его здесь, по идее, дожать. Убили. Ну да. Хиус оказался таким себе. Хиус оказался таким себе. Что даст хорошего? Ну, 85, так 85. Нормально. Все, следующего тогда я уже буду Грифиуса подгонять, наверное, к событию. И там уже посмотрим, что да как. Так, ну а пока... Пока... И остро надо было ставить. Сейчас тебе и остро, ага. Блин, вот вторая вылетела, Александр. Я тебя прекрасно понимаю. Это, блин, вообще печаль, грусть. Тоска, блин, когда вот так вот. Так, давайте тогда последний уже сундучок добьем и на этом закруглимся. Где там наша колода, которую мы играли? Так, сейчас питомца поставим. И начнем. Так. Так, так, так. Мы хотели Мантоса, в принципе, посмотреть, да? Почему бы и нет? Давайте поставим Мантоса вместо кого? Давайте вот вместо Масуры поставим. Да, конечно, это абсолютно неравноценная замена. Ну, почему бы и нет? Попробуем, поиграем. Твоя похожа на моя, но твоя не моя. Так, врубаем лечение. Ну, хотя, кстати... Блин, нет. Нет. Ничего. У меня скоро тоже такой фрейд. Как раз 14 уровень. А, это уже 3 пробуждения. 104 урона. Давай Грейс выставляй. Не стесняйся, ни в чем себе не отказывай. Нет, Флосс. Тоже, конечно, неприятно. Крайне неприятно. Ну вот, в принципе, просто чтобы показать. Вот так вот выглядит Мантос. Когда кого-то сжирает. Сытного такого. Масуры пошли, окей. У нас есть стрик, конечно. Убивает, убивает. Нашего Мантиса. А, не, не убивает. Ну-ка, ну-ка. Бу! На пол хп, блядь. Ну дай не мату, блин. Засранец-то, а? Ну ты же не убил. Так, она наносит еще 50% урона, то есть добиваем мы. А так. Вот. А вот так немота. А вот так вот немота. Ну, практически убили. Так, что мы тут можем, в принципе-то? Можем и вот так, конечно, сыграть.
Можем мы его так сыграть. Но желательно, чтобы она, конечно, по своим камням все-таки лупанула. Хотя бы немножко. Это будет, по-моему, честно. Ну, пока потихонечку пытаемся тут прорваться, блин. Грейс. Но Грейс без атаки. Грейс без атаки — это совершенно две разные вещи. Грейс с атакой и Грейс без атаки. Все, с камнями разобрались. Рунок немножко раскидали. По-моему, неплохо идет. Должен компенсировать. Да, кстати, можно в техподдержку написать, и она... Давайте так, блин. Убили. Ну, на вот этой мажорной, собственно, ноте давайте с вами, ребята, закончим. О! Ёж твою медь! Дорога к золотому сундуку оправдала себя. Золотой сундук выбит. Вот, ребятушки, поэтому на этой сверхмажорной ноте будем заканчивать. Я благодарен всем, кто был. Подписывайтесь, кто не подписан на канал. Заходите в телегу, всем буду рад. Если кто-то в состоянии канал поддержать шекелем, копеечкой, то буду крайне признателен. Спасибо вам за эти 2,5 проведенные со мной часа. Ну и пока-пока, ребят. События стримить не буду, сразу говорю. Точнее как, я еще не решил. Либо я его просто пропущу и начну там в 9 вечера стримить. Либо я его вообще стримить не буду, покажу в записи. То есть, ну, там, может, голосовалку проведу, как вы захотите. Захотите постримить в 9 вечера, не захотите, значит, запишу и с озвучкой просто выложу. Вот. Спасибо всем, кто был, всем, кто писал, стал в борке, за вашу активность в чате, ребята, это самое главное. В принципе, все. И я говорю вам пока-пока. Еще раз спасибо. Пока. Увидимся.